У нас в гостях участники конкурса талантов фестиваля «Открытая сцена». Ну, доброе утро, девчонки. Так, Кристина, Ира, Мэриам. Да, все прошло 23 ноября в Тюмени. Далее фестиваль переехал уже в Екатеринбург, там 22 декабря. Насколько волнительно вообще участвовать в конкурсе всероссийского масштаба? Не первый раз, конечно, на таких фестивалях выступаем, но все равно было какое-то волнение. А с чем оно связано было? То есть это каждый раз, когда ты выходишь с выступлением, или именно тут понимаешь, какая ответственность? Ну, каждый артист всегда волнуется перед своим выступлением. Но это нормально, да, это полная ответственность. Слезы-то были? Да. От волнения или уже от результата? До или после? И тогда, и тогда. Спустились со сцены, там сразу за сцену я зашла, начала плакать. Расскажите о номерах, которые у вас были. Ир, ты с чем выступала? Я выступала с двумя номерами, это на столике и с обручами. Так, и результаты какие? Результаты. За номер на столике я получила первое дипломанство, а с обручами второе лауреатство. Мэриам, у тебя? У меня гран-при. Гран-при, а номер какой был? Комета. Так, мы сегодня, кстати, его увидим, немножко да? заходя вперед. Мы же увидим его сегодня. Да, мы подготовим для тебя сюрприз, но об этом позже. Кристина, у тебя что был за номер? У меня был номер на полу, и результат дипломант первой степени. Эти номера вы специально готовили для этого фестиваля? Или это уже отработанная программа? Это уже отработанные номера. Я, насколько понимаю, это все отголоски гимнастики, да? Был ли на фестивале кто-нибудь, кто поет, например, или танцует? Нет. А, все только гимнастика. У вас есть какие-то ритуалы, которые вы обязательно делаете перед выходом на сцену? Нет. Вы откладываете монетку, игрушка какая-то есть? Ничего такого нет? Тренер за нас свечку ставит. Да. Мэри, покажи нам номер, с которым ты выступала, с которым ты захватила этот мир. Childhood, but